закончил работу. Матрешка штоф с портретом. Это подарок папе. Папа бывший военный. Вот. И дочь попросила его нарисовать в образе Александра Невского, русского святого. Да? Ну, я нашел в сети их. Они разные есть образы, да, совершенно разные. Ну, вот мне понравился такой, я так нарисовал. Вот он с мечом стоит, да, красный плащ, меховой плащ. Ну, в России всегда холодно. Ну, латы, как бы, как и положено воину, да. Вот, на обратной стороне я решил, значит, ну, раз папа бывший военный, вот, значит, дочь попросила надпись на известную нам всем, да, кто с мечом нам придет, от меча и погибнет. Ну, здесь я нарисовал соборчики Московского Кремля, и в небе летят журавли, да. Матрешки штоф обычно при подарке кладут бутылочку алкоголя, да, подарочную. Ну, коньячок можно, кто что любит, да. Если был бы подарок маме, то, наверное, шоколадные конфеты, да, положить было бы, да, можно. Высота здесь 30 сантиметров. Ну, вот так раскрывается, видите, как бы ломая через себя. И так вот спокойненько открываю ее, да. Такая матрешка-коробка, матрешка-штоф подарочный, да. Ну, я считаю, этот подарок на юбилей очень приятный, такой милый, да. Вот, ну, вот так вот, как бы все. Обратная сторона работы, значит, Кремль, надпись. Летящие журавли, ну, как бы, подходят для военного, для папы, вообще замечательно, да? Вот, ну, и я на фоне работы, в общем, хорошая работа, мне очень нравится, замечательно, заказчику тоже, кстати.